Присаживайтесь, коллеги. Сегодня повестки дня, видимо, достаточно. Я предложил бы вас... Собирались лидеры фракции и депутатских групп. Была встреча с председателем... Предшествующий период становления двух независимых государств. Объектив... Конституционно-правовое устройство союзного государства. Это еще предмет очень вдумчивого государственного совета. Да, спасибо. Да. Насколько... Завершали работу и тогда уже сказали друг другу до свидания. Здравствуйте. Сам слух о том, что такой закон может быть принят, уже положительную роль сыграл. Мы наблюдаем массовый переход на самом деле, массовый переход уже из бандформирования людей, которых туда загнали боевики силой, которых террористы туда загнали с помощью оружия, массовый переход на сторону федеральных сил. Попробуем еще раз вернуться к этому закону. Мы считаем, что ратификация СНВ-2 была бы шагом в правильном направлении, показала бы реальную политику России в области разоружения, в области соблюдения тех договоренностей, которые были достигнуты за прошедшее время вот в этой очень сложной сфере, в сфере разоружения. Повестка утверждена. Какие могут быть вопросы? Не надо...